Ну, чего у нас нового? Ура-ура! В Киев прибыл подарочек из Варшавы. Вагоны метро. Не очень новые. Кое-кто из москвичей таких транспортных средств Мытищинского завода даже и не помнит. Freedom. Уже на следующий день после старта предвыборная кампания одного американского кандидата в президенты докатилась до России. На территории торгового центра потерялся старенький дедушка. Просьба всем посетителям при встрече отвезти его к информационной стойке. Дедушка носит все костюмы, падает на эскалаторах, трапах и любых других ступеньках. Иногда становится с воздухом. А с другой стороны, чего обижаться? Тут сам кандидат разоткровенничался. My grandpa, who I never met, died in the same hospital I was born in 2 weeks before I was born. Да ладно. Дед Байдена умер в сентябре 1941 года в Мэриленде. Сам Байден родился в ноябре 1942 в Пенсильвании. Хотя как он может знать эти факты, если даже не имеет представления, сколько ему лет? В отличие от мятых бумажек американского нацгвардейца, наделавших столько шуму в телестудиях мира, даем настоящий слив. Это приказ главкома ВСУ Залужного, согласно которому украинские войска должны были бы оставить Бахмут еще 4 марта. Мы не делаем никаких выводов, бои идут до сих пор. Чехия открыла свой собственный национальный санкционный список. Первой и пока единственной строкой в нем записали патриарха Кирилла. Вот как раз министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обосновывает это решение. Кстати, Петров и Баширов, которые по чешской версии в 2014 году взорвали склад с боеприпасами в Вербетицах, там отсутствуют. Белая горячка. Горячка белая. Не снимаем титр в левом верхнем углу. Принят, подписан и вступил в силу указ об ответных мерах. И даже собственность двух компаний, Юнипро и Фортум, переходят под внешнее управление. Осталось уточнить, что эта собственность – объекты критической инфраструктуры, 12 крупных тепловых электростанций, ветропарки и солнечные электростанции, которые до сих пор так нормально находились в дружеских немецких и финских руках. Нормально, Егорий? Отлично, Анатоль. Он только что ушел, или его ушли из Fox News. И вот его первый ход, первое видеообращение Такера Карлсона с десятками миллионов просмотров. Только Twitter, 54 миллиона. Или это пошел подсчет голосов на предстоящих выборах? Украинскому контрнаступлению мешают погода и ретроградный Меркурий, рассказал штатный астролог Офиса президента Украины. Вот кончится то и другое, тогда все и начнется.